Сегодня день здоровья школьников. Во всех учебных заведениях Карачаево-Черкесии прошел специальный урок здоровья. Ученики же 1-й Тевердинской школы имени Крымшамхалова провели занятия на новой универсальной спортивной площадке, которая открылась в день образования республики. О новом объекте, который стал настоящим подарком для маленьких жителей курортного города, Алла Качиева. Мы играем здесь в волейбол, баскетбол. Мы играем в футбол, баскетбол, волейбол. Играем с друзьями, одноклассниками. Теперь у этих и у всех неравнодушных к спорту тевердинцев появилась возможность развивать свои физические способности, оттачивать мастерство, заниматься любимым видом спорта. Такой долгожданный подарок к новому учебному году ученики Тевердинской 1-й школы имени Крымшамхалова получили от руководства Карачаево-Черкесии в рамках федеральной программы развития физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы. Юные футболисты успели проверить поле в деле. Оно соответствует всем нормам и требованиям. Здесь профессиональное покрытие, разметки, сетка на воротах, расчерченные штрафные зоны. Новая универсальная спортивная площадка размером 60 на 30 позволяет школьникам заниматься несколькими видами спорта и предназначена для проведения тренировочного процесса и спортивно-массовых мероприятий. Состояние здоровья ребенка, его физическое развитие, работоспособность и успеваемость в школе зависит от того, насколько правильно организован режим дня. А занятие спортом будет способствовать именно этому. Безусловно, весь коллектив школы рад открытию этой многофункциональной площадки. Безусловно, это и родители, и учителя, и, конечно же, больше всех рады дети, поскольку открытие этой площадки открывает очень большие возможности и для более эффективных уроков физкультуры, и для внеурочной деятельности, работы секций по футболу, баскетболу и волейболу. И, конечно же, мы благодарны и руководству республики в лице главы нашего Тимрезова Рашида Борисбиевича, и главы нашего Карачаевского округа Динаева Алика Ячеевича. Большое им спасибо за беспокойство и вот за такой хороший подарок к новому учебному году. А представители власти, в свою очередь, пожелали тевердинцам новых вершин и побед. Алла Качиева, Ахмат Чучаев, Руслан Харченко. Вести Карачаево-Черкесия. Теберда.